Всем привет! В данном видео будет показана финальная часть того, что мне удалось снять с программируемого импульса сигналов выпуска Федеративной Республики Германия начала 80-х годов прошлого века. А это видео также будет доказательством того, что не весь импорт слабенький. В данном видео будет опровержение. Вот смотрите, сколько я снял отсюда микросхем. Какого они цвета. Ламели. Шлейф с вилкой. Вот такие, я не знаю, как это назвать, микросхемы, что ли. Все именное. Hewlett Packard 08160. Вот такая штуковина. Не знаю, что это такое, подскажите, если кто знает. Тоже позолота на ней присутствует. Такие вот разъемы. Вот. Вот она. Кнопочки с передней панели. Hewlett Packard 08160. Дальше вот такие вот микросхемы. С позолоченными ногами. Вот аналоги наших КТ-814, обратите внимание, явная позолота. Моторола фирма производила, даже внутри позолоченный, кусать не надо, отсюда видно. Вот эти вот штучки с позолоченными ногами. Куча всяких микросхем. Некоторые выкусывал, некоторые выпаивать пришлось, вернее, для обзора специально выпаивал. Опять же, микросхемы пластиковые, вот, доказательства мотороловские, тоже содержат позолоту. Это еще не все, это я самое ценное оттуда вытащил. Вот переключатели тоже, ноги у него. Кнопочки всякие. Вот эти интересные штуки. Провода наверняка хорошее содержание серебра содержит. Аналоги наших полевичков. Аналоги наших полубочонков. Так что импорт не слабый, тоже бывает. А чуть попозже я отдельно под каждым компонентом выпущу отдельные ролики. Осмотрим фирму, год выпуска, сколько весит, примерную стоимость. Если кто знает, что-то может подсказать в комментариях, пишите, не стесняйтесь, будем вместе изучать импорт. И теперь я прошу вашей помощи еще вот по вот этому вопросу. Если кто-то что-то знает, что здесь приемная,
где что содержится, подскажите в комментариях. Это я еще снял подозрительные детали, в которых может быть содержание драгметаллов. Но точно не знаю. Ну, вот здесь видно ноги, явная позолота у этого конденсатора. Вот производство Италия, 50-я неделя 80-го года. И очень много вот таких вот мелких. Вот эти вот точно не магнитят, я проверял. И вот эти вот не магнитят. Это похоже на наши резисторы. Вот это вот раскусил. Тут проволочка позолоченная в этих штуках. Ну и вот такая вот кнопочка с позолоченными ножками внутри. Видно, нет, не знаю. Переключатель. Транзистор Philips. 80-й год, 49-я неделя. Ну и мелочь всякая, вот такая таблетка вот какая-то. Ну и было очень много провода вот такого. Это я так. Линия задержки называется. Я перевел. Возможно, тут тоже содержание хорошее, по крайней мере, серебра. На этом все. Обзор заканчиваю. По позолоте, что было в первой части видео, буду в ближайшее время делать обзор на каждую деталь. Будем осматривать более внимательно. Ставьте лайк, кому было интересно. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях вопросы. Всем удачи!